Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Туба Бюйкустюн сделала такую замену для Энгина Акурека. Между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акуреком существует давняя дружба. Связь между этими двумя очень успешными и лаконичными актерами и актрисами очень естественна. Возможно, Туба Бюйкустюн не знала о сделке, которую она заключила с Энгином Акюреком. Однако у Энгина сложились ситуации, которые заставляют его чувствовать себя хорошо и мотивируют его. Например, он стал более уверенно вести себя по отношению к звездам поля. Туба ускорила эволюцию своей позиции на поле и представила ее как более сильную, безопасную и поддерживающую модель для подражания. Хотя связь между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акуреком постепенно укреплялась и сформировались партнерские отношения, которые можно было бы назвать двумя очень близкими друзьями, особая смена Тубы Бюйкустюн на Энгина Акурека изменила поклонников сериалов и кино. Из-за этой связи между Тубой и Энгином Энгин почему-то был благодарен ему за его успех. Туба поддерживает Энгина при каждом удобном случае, говорит ласковые слова и старается подбадривать его на будущие успехи и достижения. Отношения Тубы Бюйкустюн с Энгином Акуреком сильно изменились. Актриса предпочла избавиться от мужчин, которые строили с ней планы замужества, которые хотели дружить и избавиться от своего рутинного бойфренда. Он решил, что ищет прочных отношений, и что встреча с Энгином Акюреком в этом поиске была особенной. Отношения между ними полны любви и близости. Туба Бюйкустюн и Энгин Акурек отлично проводят время вместе. Они оба любят свою работу, и это важная часть их связи. Пытаясь сохранить их близость и укрепить отношения, Туна укрепляет отношения со своими близкими друзьями Энгином Акуреком. Эти связи со временем укрепляются. Обмен Тубой с Энгином Акюреком был очень важным шагом с точки зрения влияния на особые отношения двух друзей. Туба всегда мотивировала Энгина этими особыми отношениями, и помимо его очень успешных выступлений, для него это была уникальная и особенная дружба. Эта дружба добавила силу его собственного успеха к успеху Энгина. Эту дружбу следует понимать как ноту его самых особых воспоминаний, и это небольшое изменение, сделанное Тубой Бюйкустюн Энгину Акуреку, символизирует нечто очень большое. Отношения между Тубой Бюйкустюн и Энгином Акуреком всегда создавали позитивную и особую атмосферу. Два человека всегда стремятся быть частью жизни друг друга, и важно всегда иметь главные идеи и самое главное создавать специализированные образования. В результате этого изменения связь между парой укрепилась, и говорят, что у них очень крепкие любовные отношения. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.